История с паралимпийцами, так это вообще нечто омерзительное, потому что вот права инвалидов во всем мире сейчас обсуждаются, об этом говорится все больше, и просто не допустить этих людей к участию в соревнованиях, это совершенно отвратительно. Эти люди, они из последних сил, люди не очень здоровые, подают пример мужества, и вот их не допускают. Ну, я думаю, что, в общем-то, терпение нашего руководства, оно не бесконечно. Конечно, ответка должна идти адекватная. У нас есть вполне ресурсы, возможности и фантазии для нее. Если мы начнем заниматься нечто подобным, я думаю, что многим будет в моральном смысле и больно, и обидно, и так далее.